Всем-всем огромный привет! Я сегодня получила очередную коробочку красоты New Beauty Box. Вот такая она позитивная, вот такая она красивая. Прямо мне как прошлое понравилось, так и это очень девчачья и приятная. Коробочка очень плотненькая, ее можно потом даже использовать. Давайте посмотрим ее наполнение. Все девчачье, розовое, красивое. Если честно, я в нее уже заглянула и просто в восторге осталась от наполнения. Сейчас я сразу раскопаю, наверное, брошюрку. Надо было мне ее, наверное, раскопать до вас, чтобы уже по ней ориентироваться. И давайте смотреть, что же у нас тут есть. Начнем, ну, конечно, с самого интересного, то, что так вот впереди смотрится. Это от Belle. Вот такое название. У меня эти румяшки пришли в оттенке номер 1. Вот так они красиво смотрятся. Называются румяна многоцветные. Их полная цена 305 рублей. Так, открываются они. Вокруг камеры кручусь. Что-то у меня не получается. Вот, нашла. Смотрите, какие цвета красивые. Очень красивые. Я ими еще, естественно, не пользовалась. Давайте я вот попробую по одному набрать оттенку. Вот так они смотрятся. И сейчас я попробую их вот так смешать. Вот такой цвет получается. Вы знаете, носибельный, красивый цвет. Мне очень понравился вот этот вот светлая слива. Вот этот розовый красивый и вот персик. А вот этот вот крайний свет, он вообще очень похож на пудру или на хайлайтер. Но для хайлайтера он не имеет подсветки. Матовые румяна, очень красивые. Что про них заявлено, про эти румяна? Шелковистые и кремовые румяна идеально ложатся на кожу и создают атласный макияж. Выразительные матовые оттенки, естественно, подчеркивают скулы. Содержание в составе витаминов С и Е обеспечивает регенерацию кожи. Вот так. Давайте по декоративной косметике я пройдусь дальше. Очень была рада помаде от Faberlic. Это одна из лучших у них помад. Называется «Сияние в цвете» и оттенок у меня 45-86. В каталоге от Faberlic это один из лучших оттенков. Мне кажется, он вообще самый раскупаемый. Наверное, нет ни одного блогера, кто занимается Faberlic и не покупал себе такой оттенок. Давайте вам покажу цвет. Ложится достаточно плотно, не пластилином. Цветопередача хорошая и увлажнение дает эта помада хорошее. Вот такой красивый-красивый цвет. У меня с собой нет каталога, чтобы посмотреть, как называется. Мне кажется, аметистовая дымка. Но я могу ошибаться. 45-86. Вообще супер наполнение. Мне очень понравилось. И румяшки очень понравились. И вот такая помада. В брошюрке цена этой помады 400 рублей. Но на самом деле в Faberlic идет она все время по акциям. И можно купить за 200 и даже за 150 рублей. Но полноразмерная ее цена, полная цена 400 рублей. Тут говорится, что сочный оттенок, сатиновый блеск без перламутра. Богатая кремовая текстура помады, обогащенная маслом карите и витаминами А и Е. Не только дарит губам глубокий оттенок, но интенсивно питает их, разглаживает мелкие морщинки, убирает неровности, делает кожу губ гладкой и нежной. Помада создает безупречный контур, придавая губам элегантное сияние. Это вот действительно все так. Я этими помадами пользуюсь и могу подтвердить, что это действительно так.
Следующее. Вот такой компании. Это крем для рук. Тут даже написано образец не для продажи. Крем для рук. В нем масса 50 миллилитров. Давайте я вот на этой руке вам его покажу. Такой сливочный цвет имеет этот крем. Быстро впитывается. Растительный глицерин и живительный сок алоэ для глубокого увлажнения. Активные компоненты из сои для восстановления кожного барьера. Не содержит синтетических ароматизаторов, красителей, консервантов, силиконов, парабенов, минеральных масел. Это хорошо. Цена такого крема 270 рублей. Аромат у него немножко специфический. Действительно, никаких таких супер отдушек нет. Но увлажнение дает хорошее. Вот прямо руке приятно. Она прям нежная, такая гладкая. И чувствуется увлажнение. Понравился. Хороший крем. Следующее, что мы тут видим, это вот такое мыло. Написано мыло «Монастырская банька». Давайте я попробую покажу поближе вам. Оно настоянное на травах и прополисе. Срок годности 12 месяцев. Так, изготовлен 12-16, то есть до конца 17-го можно его использовать. Но я так понимаю, что мыло-то это тут как бы на пробу, да, то есть не полноразмерная, наверное, версия, я так думаю. Цена 290 рублей этого мягкого мыла. Открывать я решила вместе с вами. Мне было интересно показать вам это мыло. Ой, тут столько трав. Сейчас я попробую эту пленочку убрать. Вот такое оно. Прямо зеленое. Ой, аромат-то какой у него. Вы знаете, пахнет. Как бы помягче-то сказать. Я люблю аромат трав. Конечно. Но тут аромат испорченных трав. Очень специфический, конечно, запах. Не знаю. Травам я доверяю. Но когда... Ой. Я на муже попробую использовать это мыло, потому что тут оно как бы должно хорошо работать, ведь все натуральное, да? И там прямо вот много-много травок, муравок. Ну, аромат, конечно. Простите, что мне так весело. Аромат впечатлил. Очень испорченная травка в прополисе. Так, что у нас тут написано? Вообще, вот хочу обратить внимание, смотрите, полноразмерная версия, если встретите, где выглядит вот так. И написано, что это уникальное мыло, изготовлено вручную по старинной технологии. Настаивается мыло на травах и прополисе в течение нескольких месяцев. Мыло эффективно очищает, увлажняет, интенсивно питает и смягчает кожу, придает мягкость, упругость и свежесть, обладает выраженным тонизирующим и противовоспалительным эффектом, подходит для всех типов кожи. Ну и написано, нанести на кожу, вспенить, помассировать и смыть. Ну, я вот, знаете, вот, наверное, сводчи попробую им смыть. Развеселило меня это мыло, я не ожидала аромат. Не, ну я, конечно, понимала, что трава и прополис будет оригинально пахнуть, но не настолько. Шампунь. 75 миллилитров. Этот шампунь био имбирь с бамбуком. Компания или фирма вот так называется. Я не буду ее читать. Для тонких волос идет этот шампунь. Давайте откроем аромат, потестируем. Ну, имбирь. Вы знаете, такой имбирь не противный, а достаточно приятный имбирь. С удовольствием потестирую. Я думаю, что в пустых баночках он скоро появится, потому что 75 миллилитров, это раза на 3-4 может хватить. Да нет, может быть даже на 5. Потому что я немного трачу, я вся в этой траве. Немного трачу обычно на мытье головы. Я длину волос мою пеной, а шампунь наношу только на кожу головы, на корни волос.
С удовольствием потестирую. Давайте я вам прочитаю, что про него написано. Не знаю, вам видно или нет. Я тут складываю подальше немножко все продукты. Шампунь. Свежевыжатый сок биоимбиря, протеины йогурта и экстракт бамбука придают волосам естественные объемы и блеск, не утяжеляя их. Сок имбиря ускоряет рост волос, экстракт бамбука укрепляет структуру волос, придает им гладкость. Порошок йогурта кондиционирует волосы, обеспечивает расчесывание и укладку. Вот. Замечательно, потому что сюда даже кондиционер входит уже. 830 рублей полноразмерная версия идет. Но я не знаю, сколько миллилитров в полноразмерной версии идет. Ну и последнее, что мы здесь видим, это лак для ногтей. Не буду тоже коверкать название. У меня свой вариант чтения. 102, я так понимаю, оттенок. Давайте вот здесь, может быть, что-то важное вы увидите и прочитаете. Лак. Революционная формула, еще более стойкая и не содержит вредных веществ. Коллекция классических эмалей, актуальных в любое время. Можно 1-2 слоя наносить, 250 рублей. Можно, вообще-то написано, даже желательно использовать базу под лак. Здесь аж 17, по-моему, миллилитров в этом лаке. Где-то я это увидела. Вот здесь, наверное. Давайте посмотрим. Вам, наверное, вообще ничего не видно. Да, ну 17 миллилитров вот здесь вот внизу написано. Давайте посмотрим кисточку, и я вам даже его на ромашку нанесла, покажу. Кисточка, я хочу сказать, тонкая. Прям она маленькая. Вот такая. На ромашку я наносила, так, через камеру не вижу. На ромашку я наносила в 2 слоя, и я вам сейчас покажу его. Вот он. Этот стальной. Я не знаю, видно ли через камеру, но наносился он немножечко полосками. Ну, видно. Даже я вижу маленький экранчик. Немножко полосил. Но мне кажется, это можно и распределить. Может быть, я многовато набрала продукта. В целом, очень красиво. Прямо стальной такой эффект. Смотрится симпатично. Так, где мой ноготь? Вот так. Ну, интересно. Также в коробочке шла 300 рублей на косметику, которую можно потратить в определенных магазинах. Есть тут промокод. И можно даже и потратить, как мне девочки написали, ну я и сама уже потом увидела на сайте. Вот. Все тут, вся информация есть, можно ей воспользоваться. Вот такое наполнение. На мой взгляд, очень интересное у коробочки. Видите, лаки могут в коробочках попасться в разных оттенках, как я понимаю. Румяна могут попасть, я так думаю, тоже в разных оттенках. И не исключено, что помада тоже, потому что здесь она идет красная. У меня же она не красная, а скорее коричневая уходящая. Видите, оттенки разные. Поэтому у каждого может быть разное наполнение. Очень я осталась довольна этой коробочкой. Обязательно ссылку, где можно сделать заказ, я оставлю под роликом. Заходите, смотрите, ну, прямо отлично. И сама коробочка очень симпатичная. И очень мне понравилось ее наполнение. Мне кажется, прямо столько декоративки, прямо одно удовольствие. Единственное, если вот... немножко меня удивило, что вот эти, например, 4 средства полноразмерные идут, да, а вот тут мини-версии, а коробочка, наверное, полноразмерная считается. Ну вот, как бы, видите, 2 продукта, они идут как бы такие, ну, пробники, но скорее пробники как мини-версия, потому что тут немало продуктов в каждом. В общем, довольна, очень довольна. Буду всем пользоваться. Прям румяшки я давно хотела, чтобы многоцветные у меня что-то было. Еще ни разу себе не покупала, а теперь вот раз и ко мне оно приехало. Осталась довольна.
Так что проходите по ссылке, заказывайте. Может быть, и у вас будет что-то интересное. Если вы блогер, делитесь своими коробочками. Будет тоже интересно зайти посмотреть. Всем до новых встреч и всем пока. Ссылка под роликом.